целей. Теперь поехали далее. Во-первых, я хочу сказать, как можно начать работать в этой компании, потому что наверняка многие из вас хотят уже зарегистрироваться. Да, то есть нет времени ждать. То есть тот, кто быстрее, кстати, напоминаю, тот, кто быстрее регистрируется здесь, получает самое прибыльное место. Да, поэтому, если вам интересно больше заработать за ту же самую работу, регистрируйтесь быстрее, чем все остальные. Итак, давайте посмотрим. Я поэтому рассказываю, как начать с компании работать, чтобы для тех, которые хотят быстрее зарегистрироваться, была такая возможность. Итак, три пакета для регистрации у нас здесь есть. Значит, во-первых, первый вопрос, который вы должны себе задать. Моя цель прихода в бизнес. Если ваша цель прихода в бизнес такая же, как у меня, да, то у меня вопросов не было, как регистрироваться. Я спрашивал, как я заработаю наибольшее количество денег при той же самой работе. То есть это был мой вопрос первым моим спонсором, которых я выбрал лично. Мне сказали, если ты хочешь заработать больше, естественно, тебе выгоден пакет, который позволяет тебе заработать больше. Тебе нужно иметь больше информации о продукции, больше иметь доступ к продукции. Да, и иметь, естественно, доступ к полному маркетингу, ко всем бонусам, если тебе интересно заработать больше. Я сказал, естественно, как мне регистрироваться туда? Мне сказали, вот такой вот пакет, это самый выгодный, самый прибыльный. Я сказал, супер, отлично. Да, то есть, задайте себе сами вопрос, какая ваша цель прихода в бизнес? Если вы так же, как я, и так же, как тысячи людей в этой компании пришли зарабатывать наибольшее количество денег, как можно быстрее, и как можно за меньшие усилия, то вам выгоднее, естественно, выбирать пакет, который самый прибыльный, да, который позволяет заработать больше денег за ту же самую работу. Так же, как всем тем, которые выбирают этот пакет. То есть это большинство партнеров компании. Как вы поняли, это, естественно, пакет VIP. Да, то есть недаром он называется VIP. Кстати, пакет VIP это лимитированный пакет. То есть только 20 тысяч счастливчиков на планете Земля будут иметь доступ к пакету VIP. И, кстати, осталось всего около 7 тысяч пакетов. Примерно, плюс-минус. Поэтому торопитесь, если вы хотите быть счастливчиком, который достиг своей цели в этой компании за несколько месяцев, за полгода, за год, я не знаю, все от ваших действий зависит, обратно же. То поторопитесь, если вы хотите этого достичь быстро. Если у вас есть лет 5-10, там 3-5-10 лет, 20 лет, пожалуйста, начинайте как-то по-другому. Да, то есть, но обратно же. Перед этим задайте себе вопрос, моя цель прихода в бизнес. Может вам просто достаточно работы там за... Там сколько там, 30 рублей в час или сколько там, 60 рублей, я не знаю, сколько там платится сейчас. Если вам недостаточно этого, вы пришли в бизнес, чтобы достичь своей цели, зарабатывать больше, то, естественно, пакет VIP это идеальный пакет для старта. Да, кстати, многие из наших партнеров берут не один пакет VIP, а пользуются случаем, пока это еще возможно, заходят треугольниками, семиугольниками, десятиугольниками, тридцатиугольниками, не знаю, как уже назвать это. Почему, как вы считаете? Потому что, естественно, это выгодно. Это позиция, которой скоро не будет. Кстати, эта позиция позволяет зарабатывать от международного товарооборота компании во всем мире со спортивного сайта нашего, со спортивной площадки. И, кстати, 50% от заработка компания будет делить среди VIP-партнеров. Поэтому, кстати, число VIP-партнеров лимитировано. Только 20 тысяч счастливчиков, которые быстро умеют двигаться по жизни, им будет иметь доступ к этой потрясающей возможности. Да, то есть этот бонус, скажем так, просто подарок, скажем так, от компании. Вот. Значит, давайте посмотрим, какие же, то есть сколько стоит начать как VIP, допустим, что это позволяет нам получить и какие другие варианты для старта есть. То есть вы видите, в принципе, другие варианты. Значит, VIP-пакет это стоит $1499.95 и дает, кстати, 900 командных баллов. Да, то есть что такое командные баллы? Запомните эту цифру 900, потому что она понадобится нам дальше. Значит, VIP-партнеры получают от компании подарок, заметьте. Это только VIP-партнеры. 6 месяцев, то есть подарок, который стоит $450. То есть 6 месяцев компания вам оплачивает $75 каждый месяц. Да, то есть $450 подарок вы получаете, как VIP-партнер. Но это обратно же, это те, которые поторопятся. Потом, чтобы не было вопросов, Борис, а почему уже, а потому что все, поезд уехал. Вот, значит, это самый прибыльный, самый покупаемый пакет в компании. Но у нас есть также и другие варианты для регистрации. Да, если вам не интересно заработать больше денег за время, которое вы вкладываете, вы можете выбрать и другие варианты регистрации. Вот, например, High Roller, он дает 300 баллов в команду, Player дает 60 баллов в команду, а стоит 499.95, извиняюсь, дает 300 баллов в команду, и Player дает 60 баллов командных и стоит 99.95. Да? Естественно, как в любой легальной компании, у нас есть такое понятие, как пассивный доход. Да, то есть, осторожно, внимание, обратите внимание.
Те, кто обещают вам, говорят про пассивный доход в компаниях, в которых нет ежемесячной платы, аккуратно, потому что это пирамида. Да, это нелегальная компания. То есть просто логически подумайте, логично подумайте. Как компания может каждый месяц платить пассивный доход партнерам, если они не получают каждый месяц оплату от партнеров? Естественно, это нелогично, это нелегально. Да, то есть это компании пирамиды, поэтому аккуратно. Вот. У нас, в нашей компании, естественно, которая легальная и пришла надолго, у нас, естественно, есть ежемесячная оплата. Да, то есть на пакете VIP вы получаете подарок от компании. 6 месяцев компания вам оплачивает вашу оплату ежемесячную, которая составляет $75. На втором пакете это $50 и дает 30 баллов командных. Кстати, на VIP это 45 командных баллов дает в структуре. И на первом пакете, на самом невыгодном, это $25 и 15 командных баллов. Это вот в плане пакетов. Давайте посмотрим теперь, что мы получаем в пакетах. Естественно, мы говорим о легальной компании, поэтому, естественно, вы получаете ценность. Да, то есть вы получаете value, так называемый. То есть value — это как бы ценность продукции. Да, то есть вы получаете продукцию, не просто там какие-то бонусы там и так далее, а именно продукцию, которая стоит денег. Значит, вы получаете вот следующую продукцию на каждом из пакетов. То есть сами посмотрите. Я не буду здесь вдаваться в подробности. Естественно, VIP-партнеры получают абсолютно всю продукцию компании, которая есть и которая будет. Поэтому, естественно, большинство VIP-партнеров выбирают VIP-пакет сразу же. Особенно, когда узнают о том, какие бонусы они будут получать за ту же самую работу. Здесь вопросов нет. Да, то есть на каждом пакете вы просто получаете меньше и меньше и меньше и меньше. Все очень просто. Далее, давайте теперь посмотрим сам маркетинг. Значит, пожалуйста, отложите все, что в сторону, все, что мешает вам. Слушайте внимательно, чтобы потом не было вопросов. Маркетинг очень простой, здесь ничего сложного.